Здравствуйте, на канале ФКТ «Время новостей», в студии Инга Габешия. И вначале коротко о некоторых темах выпуска. В Сочи гостям помогают 30 сотрудников туристической полиции. Какие требования к новому подразделению? В Сочи в микрорайоне Кудепста сгорела хозпостройка. Огонь охватил 50 квадратных метров. На курорте в ручье обнаружена пожилая женщина. Пенсионерку в бессознательном состоянии транспортировали к скорой. Классический кроссовер. Альберт Жалилов знакомит сочинцев с этим популярным жанром. Кубань выстояла под напором стихии. Сотни спасателей круглосуточно дежурили у русел рек несколько последних дней, чтобы избежать подтопления. Они фиксировали уровень воды, в помощь им и специальные датчики. Как справиться со стихией и ее возможными последствиями, решали на заседании Краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям. Большая вода в поселке Псибай. Из-за разгула стихии пострадало больше 100 дворов. Затяжные дожди спровоцировали разлив реки Дальняк. Да дай бог, что еще не заходит в дом. Дай бог, что она вот по чуть-чуть уже уходит. Оперативные службы дежурят здесь круглосуточно. Спасатели в ручном режиме отслеживают уровень в водоемах и расчищают русла рек. Благодаря режиму чрезвычайной ситуации делать это можно оперативно, без лишней бумажной волокиты. Сейчас все силы брошены на устранение ущерба. О проделанной работе глава Мостовского района отчитывается перед губернатором края на заседании комиссии по ЧС. Вода полностью ушла с территории. На сегодня необходимо произвести в режиме чрезвычайной ситуации расчистку русла реки Дальняк. В этой связи прошу вас, уважаемый Вениамин Иванович, поддержать район и выделить из резервного фонда необходимые средства, поскольку в режиме подготовки, к сожалению, сложно провести эти работы. Не нужно затягивать, потому что ситуация чрезвычайная, режим, он, естественно, дай бог, закончится. А если вы не успеете войти в этот промежуток, то, к сожалению, вот здесь мы опять упремся в действующие нормы, и что не позволит нам этого сделать. Делать, чтобы в дальнейшем предупредить чрезвычайную ситуацию. И вы бы уже посчитали бы, и уже хоть какие-то цифры уже обозначили, и письмо бы уже пошло на мое имя, и мы бы деньги уже выделили. Поэтому оперативнее, коллеги, оперативнее, еще раз подчеркиваю. Сейчас вода ушла. Уровень реки Дальняк не превышает опасных отметок. Спокойно и в Армавире. Несмотря на шумиху, которую подняли в социальных сетях, сотрудники МЧС успокаивают уровень воды под контролем. И он так и не достиг критической отметки. 4 метра 78 сантиметров при опасных 5,5. Сложность в том, что узкое русло реки Уруб еле пропускает большие потоки, когда разливается Кубань. Поэтому вдоль водной артерии развернули 5 постов наблюдения, где круглосуточно дежурят спасатели. Чтобы быть во всеоружии с приходом большой воды, глава Армавира обращается к Вениамину Кондратьеву с просьбой построить гидрологический пост. Если можно было рассмотреть вопрос выше по руслу реки Уруб, рассмотреть вопрос строительства, ну это громко сказано, строительства гидропоста, который бы мог считать объем воды, который идет по руслу реки Уруб. Вы обращение подготовьте, только опять-таки, коллеги, побыстрее это все делайте, оперативнее. И как бы я думаю, что по размещению гидропоста, я думаю, что мы решим вопрос положительно, потому что на самом деле он нужен. Правильно, лучше мы сами максимально себя обезопасим своим гидропостом. На связи с губернатором по селекторной видеосвязи все районы Кубани. Из-за сильных осадков в нашем и соседних регионах резко наполнились русла рек. Под удар стихии, кроме Мостовского района и Армавира, попали Успенский, Новокубанский, Кавказский районы. Большие осадки и подтопления обошли юг региона. В районе Туапсе и Сочи спокойно. Со стихией боролись почти 3000 человек и больше 400 единиц техники. Сейчас в большинстве районах ситуация с паводками стабилизировалась. Что касается Краснодарского водохранилища, механизмы работают как часы. Наполнение чаши на уровне нормы. Обстановка на Краснодарском водохранилище следующая. Объем воды составляет 1 859 000 000. При НПУ, ну то есть нормальном состоянии, 1 798 000. Отметка уровня 32,91, НПУ 32,75. Простым доступным языком можете сказать для того, чтобы успокоить те муниципальные районы, территории, которые находятся ниже водохранилища, какой объем воды вы в состоянии принять вот на сегодняшний момент?
свободная противопаводкоемкость составляет 935 миллионов метров кубических, то есть 94% противопаводкоемкости у нас свободно, то есть мы готовы принять паводок. То есть никакой угрозы тем территориям, муниципальным образованиям, которые находятся ниже водохранилища, сегодня нет и не предвидится? Совершенно верно. То есть угрозы нет, будем работать в штатном режиме. Я думаю, что в Нижнем Бьефе, то есть ниже Краснодарского водохранилища, проблем не будет. Сейчас на территории региона введен режим повышенной готовности. Это значит, что оперативные службы готовы выехать по первому сигналу тревоги. Алгоритм действий давно отработан. Паводки на Кубани повторяются из года в год. Это риски, характерные для сегодняшнего дня. Они абсолютно прогнозируемые, они находятся на контроле как в Министерстве ГОЧС Краснодарского края, так и федеральной службы, собственно говоря. Центр управления в кризисных ситуациях ежесуточно, ежеминутно и при необходимости рассчитывает волну добегания и те последствия, которые могут наступить. Работа всех ответственных служб должна быть оперативной и четко выстроенной, отмечает глава региона. И начинаться она должна не в тот момент, когда льют дожди. Действовать нужно на опережение. И при малейшей угрозе оперативно сообщать об этом населению, поручает глава муниципалитетов Вениамин Кондратьев. Обращаюсь к главам муниципальных образований, где сохраняется возможность подтопления. Проверьте еще раз систему оповещения. Это самое важное и необходимое, чтобы системы оповещения были в максимальной работоспособности и готовности. Второе, места размещения в случае эвакуации людей тоже должны быть подготовлены. Ну и коллеги, естественно, обеспечены всем необходимым для жизнедеятельности человека в случае его временного пребывания там. Опыт, который у нас в крае уже многочисленный, говорит о том, что мы должны все-таки контролировать уровень рек ежедневно, ежечасно. И предупреждение в случае, если на самом деле вода поднимается. Все, другого здесь способа нет. Механический контроль. Потому что, еще раз подчеркиваю, на погоду не повлияем. И на выпадение осадков не повлияем. Поэтому расслабляться просто не можем и не имеем права. Бороться с природой невозможно, говорит Вениамин Кондратьев. Сезон паводков продлится в регионе примерно до сентября. В этот период нужно быть во всеоружии. Жители Кубани не должны пострадать от возможного разгула стихии. Инна Чайка, Юлия Кишинева, Максим Емельянов, Эдуард Тараканов, Сергей Щербин, Кубань-24, Краснодар, Сочи, Армавир. Губернатор Кубани сегодня посетил Абинский район. Вениамин Кондратьев побывал на агропромышленных предприятиях муниципалитета. В частности, глава региона осмотрел хозяйство, где выращивают клубнику и малину. Кроме того, Вениамин Кондратьев посетил маслозавод в Абинске. В повестке дня у губернатора и встреча с местными жителями. Их работа – спасать жизни каждый день. Медики Краснодарского края получили заслуженные награды. Совсем недавно врачи отмечали свой профессиональный праздник, а сегодня из рук губернатора получили почетные грамоты. 9 человек удостоились звания заслуженного работника здравоохранения Кубани. Вениамин Кондратьев специально передвинул в своем графике рабочую поездку в район, чтобы лично поздравить всех медицинских сотрудников. Сегодня мы делаем все, чтобы не только лечить, но и профилактировать. А это и спорт, это и кружки, и секции. Это все, что позволит, главное, нашим жителям, нашей молодежи расти здоровыми. Друзья, и здесь хотел сказать, конечно, огромное вам спасибо. Я могу сказать искренне о том, что врач, он дарит главное, наверное, надежду. И пациенту, больному, и его родственникам надежду. И вот если надежда умирает, тогда умирает и жизнь. Спасибо огромное, что вы даете уверенность, что у нас все со здоровьем в нашем крае будет хорошо. Непростой, ежедневный, ежечасный ваш труд. И спасибо вам за то, что ценой где-то собственного здоровья вы даруете здоровье другим. Система здравоохранения остается одним из основных направлений в регионе. Увеличивается и финансирование. В текущем году на модернизацию оборудования в больницах Кубани выделен 1 миллиард рублей. А еще губернатор Кубани поздравил сборную России с победой над Египтом в матче чемпионата мира по футболу. Губернатор в своем микроблоге в Твиттер выразил надежду, что национальная команда сыграет 30 июня в матче 1/8 финала в Сочи.
Цитирую. «Сборная России практически обеспечила себе выход в плей-офф. Досрочно, а теперь бы не сбавлять темпов. Вся страна в вас верит. Надеюсь, мы увидим игру нашей команды в Сочи 30 июня. Здесь будет матч 1/8 финала. А еще лучше в четвертьфинале 7 июля», отметил Вениамин Кондратьев. Напомню, 19 июня в матче второго тура группового этапа Россия обыграла Египет со счетом 3-1. Подопечные Станислава Черчесова набрали 6 очков и могут досрочно выйти в 1/8 финала, если встреча Уругвая и Саудовской Аравии закончится ничьей или победой южноамериканцев. Тем временем в Сочи на чемпионате мира по футболу работает туристическая полиция. Основная задача сотрудников нового подразделения – патрулирование мест массового пребывания зарубежных болельщиков и помощь иностранцам. Перед началом чемпионата в ОВД Сочи было создано новое подразделение «Туристическая полиция». Отобраны полицейские, владеющие иностранными языками. Это 30 сотрудников, 5 из которых – женщины. От обычной службы она отличается как раз-таки большим объемом, ну, общением с иностранцами, помощь мы как-то больше оказываем. Чувствуешь себя, что ли, нужнее и причастным к чему-то большему. Все сотрудники прошли дополнительную подготовку в Краснодарском университете МВД, где особый упор был сделан на языковую практику. Turn to the left. Спасибо. Ну, иногда возникает сложность в том случае, если иностранец быстро говорит. То есть мы не успеваем сразу понять, что он хочет от нас. Поэтому просим speak slowly, please. Говорите помедленнее, пожалуйста. И тогда справляемся и... Замечаний пока не было с их стороны. В период проведения чемпионата сотрудников туристической полиции можно встретить в местах наибольшей туристической активности. Это Олимпийский парк, фан-зона для болельщиков, морская набережная, парк Ривьера. Их можно узнать по отличительным знакам в виде нарукавных повязок с надписью «Туристическая полиция» на русском и английском языках и бейджа с фотографией. Как признаются сами сотрудники подразделения, форма вызывает неподдельный интерес. Часто люди обращаются не за помощью, а просто с просьбой о совместной фотографии. Интересуются, задают вопросы, обращают внимание, спрашивают, что за подразделение, для каких целей создано. Всем интересно. Отзываются. Ну, кто-то уже видел такое же аналогичное подразделение в Москве. Там тоже туристическая полиция существует уже несколько лет. Ну, мы к этому готовы, нас к этому готовили, мы прошли соответствующее обучение. В основном внимание сотрудников туристической полиции направлено на зарубежных гостей чемпионата, которым надо указать верный маршрут, подсказать, какие достопримечательности можно посмотреть в Сочи или где можно купить сувениры. Однако часто обращаются и соотечественники, приехавшие в Сочи из других регионов. Самое главное – не бросить в беде человека, будь то это русский человек, иностранец, неважно какой национальности, не оставить в беде наша главная задача. Оставить положительное впечатление о нашей полиции. По окончании чемпионата сотрудники туристической полиции продолжат службу в Сочи. Елена Овсецина, телекомпания ФКТ. Спасибо большое. Пожалуйста, пожалуйста. Пассажиры на сочинских вокзалах могут подключиться к интернету по номеру билета. На железнодорожных станциях всех городов-организаторов Мундиаля действует система авторизации единой Wi-Fi сети. Чтобы получить доступ для выхода в интернет, нужно найти название сети в настройках своего устройства и пройти процедуру авторизации. Для этого надо ввести в соответствующее поле номер своего железнодорожного билета. Авторизоваться можно за 4 часа до отправления поезда и в течение 4 часов после прибытия на вокзал. Нововведение особенно поможет иностранным гостям, у которых может не оказаться сим-карты российского мобильного оператора. Такой вариант выхода в сеть возможен на вокзалах Сочи, Адлер, Хост, Аэропорт, Олимпийский парк, Эстасадок и Розахутор, а также Ростов главный. К другим новостям. В Сочи в ручье обнаружена пожилая женщина в бессознательном состоянии. Звонок спасателям поступил накануне вечером от врачей скорой помощи. Медики сообщили, что в горно-лесной местности неподалеку от Барановского озера в Дагомыссе в ручье обнаружена женщина. Ее нашли прогуливающиеся мимо молодые люди. Врачи оказали пожилой женщине медицинскую помощь. В результате падения она получила черепно-мозговую травму, а также переохлаждение. Но самостоятельно перенести пострадавшую до служебного автомобиля не могли и обратились за помощью к спасателям. Сотрудники МЧС на носилках транспортировали женщину к машине скорой. Пострадавшая находилась в бессознательном состоянии. Спасатели напоминают, что отправляясь в лес, необходимо обязательно сообщать друзьям или родственникам, в какое место вы направляетесь и когда планируете вернуться. В Сочи в микрорайоне Кудепса сгорела хозпостройка. Сообщение о возгорании на улице КАМО поступило в МЧС во вторник в 21:04.
Видео с места пожара опубликовали в социальных сетях очевидцы. Пожарные прибыли через 15 минут. Оказалось, что загорелась хозяйственная постройка. В 21:28 огонь локализовали, еще через 10 минут полностью ликвидировали. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Продолжаем. В пятницу в Сочи зажжется свеча памяти. Городская акция состоится на мемориале в Завокзальном районе в 4 часа утра. Именно в это время фашистская Германия напала на Советский Союз. Все желающие могут прийти и со свечой в руках почтить память павших героев. Траурно-торжественное мероприятие продолжится и в 9 часов утра. На митинг памяти и возложение венков к вечному огню также приглашаются все, кто помнит, какой ценой завоеван мир. Уральские авиалинии открывают новый рейс в Ташкент из Сочи. С 18 июля рейс в столицу Узбекистана станет регулярным. Вылеты в Ташкент будут выполняться по средам, а обратно по четвергам на аэробусах А320, сообщает Урал-Информбюро. Ташкент – крупнейший город Узбекистана и Средней Азии, замечательно сохранившимися памятниками древности. Интересно это направление будет и бизнес-путешественникам. Две пещеры в Сочи вошли в пятерку самых красивых в России. В топ-5 вошли Ахштырская и Воронцовская пещеры. Ахштырская пещера расположена в Адлере на скале над Мзымтой. К ней ведет узкая тропинка, пролегающая между скалой и обрывом. Система Воронцовских пещер находится в Хостинском районе Сочи. Добраться до нее может любой желающий. В рейтинг, составленный туристическим сервисом, также вошли Кашкулакская пещера или пещера Черного дьявола в Хакасии, Капова пещера в Башкирии и Кунгурская пещера в Пермской области. Испанские, мексиканские, кубинские, азербайджанские, итальянские, сицилийские песни и серенады звучали сегодня в зале органной и камерной музыки. На сцене оперный эстрадно-классический певец, звезда петербургского кроссовера Альберт Джалилов. В Сочи он приехал в рамках своего тура по городам России с концертом «От Севильи до Гренады». За роялем сочинский пианист Урен Вартанян. На репетиции побывала наша съемочная группа. Молодой баритон, оперный певец с консерваторским образованием, участник и победитель телевизионных шоу «Главная сцена», «Живой звук», постоянный участник телепроекта «Романтика романса». Звездные коллеги пророчат Альберту Джалилову успех на мировых оперных сценах. И уже сегодня певец гастролирует как по стране, так и по городам Европы. В Сочи один из самых ярких представителей классической эстрады и звезда петербургского кроссовера приехал с единственным концертом, в названии которого первые строчки серенады «Дон Жуана» из романса Чайковского «От Севильи до Гренады». Название определило и репертуар. Все произведения посвящены, как говорит сам Альберт, горячим странам – Южной Америке, Мексике, Италии и Испании, что сегодня, в принципе, актуально для футбольного Сочи. Недавно был феерический матч, да, Испания-Португалия. Но вот как раз это об этом. Вот такой же феерический концерт с такими же произведениями, горячими. Концерт очень разный по краскам, по настроению. И будет где погрустить, будет где посмеяться, будет где, знаете, по-болельщицки так вскочить и крикнуть «Оле!» Вот что-то такое. Песни в исполнении Альберта Джалилова переносят слушателей из органного зала к легендарному Везувию, под песни гондольера в Венецию, а затем в Испанию, где зрители обычно вместе с певцом поют сегидилью и разучивают фламенко. В целом Джалилов работает в музыкальном стиле классический кроссовер, проще говоря, это поп-опера, то есть пересечение классического пения с современными музыкальными течениями. Например, за рубежом это направление очень востребовано. Андреа Бочелли можно вспомнить, группу Иль Дива, Сара Брайтман и многие-многие другие. Другие певцы, которые покорили весь мир именно с этим направлением. И я тоже иду по их стопам, можно сказать. К слову, оперный певец с консерваторским образованием, в прошлом юрист. Но красный диплом юрфака Альберт Джалилов, без сожаления, променял на многочисленные дипломы международных песенных конкурсов. Останавливаться на достигнутом артист, разумеется, не планирует. В планах новые концерты, программы, моноспектакли, с которыми Альберт пообещал вернуться в Сочи. L'amour est mieux si tôt. Галина Моисеева, Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.
в завершении информация от партнера программы. Санаторий «Черноморье» приглашает в лечебно-диагностический спортивно-оздоровительный центр. К вашим услугам крытые и открытые бассейны и теннисные корты. Спа-зона, собственный пляж. Телефон 290-2020. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габеша. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.